Рэпер Хироман читает по руке. Старая шутка. Очень сильный скрипач начал играть произведение на скрипке, а закончил на плече. И третье. Паук, который 5 лет прожил на Доме 2, научился плести интриги и даже попытался подкатить к Ольге Бузовой. Спасибо. Дальше продолжает команда. Вспоминаем мультики ТНТ. Мало кто знает, что родители кота-пса – это кота-кот и писопёс. На чемпионате мира по шахматам Каспаров одел шапку Мономаха и 1,5 часа ходил королем. Удивительное лето. На новогоднем утреннике дети подсунули баянисту экстази и 1,5 часа наслаждались его дабстеп-ремиксом «Елочки». Владимира Путина остановил лейтенант, сержант, рядовой, обычный гражданин Петров. Дятел с мягким клювом перечмокал все деревья в лесу. У мальчика, воспитанного муравьями, руки растут не оттуда, не оттуда и оттуда.